Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и мы продолжаем проходить зомби-машины. Ну что ж, ребяточки, погнали, мы с вами уже, посмотрите, куда, ребяточки, дошли. И, собственно, у нас, ого, тут 1,5 миллиона стоит новая машина. Давайте лучше заделаем автобус и как-то будем потихонечку пробираться на автобусе. Так, ну что ж, ребят, давайте, наверное, купим уже новые колеса, чего терять-то, да? И у нас остается 104 тысячи, я предлагаю немножко купить ускорителя. Так, отлично, ну что ж, погнали, ребят. Попробуем, на что мы способны в этой гонке. Вот это да, молодец, отлично, отлично. Просто круто. Классно, ребята, вы только посмотрите, с какой скоростью я еду. Разве это не замечательно, ребятушки, скажите мне? Разве это не супер? Вот это да, ребята, посмотрите, ого! Вы видели, какая была горка. Реально, ого, большой зомби. Мы таких больших зомби еще не встречали. Посмотрите. Ого, реально очень огромный великан зомби. Так, ребятки, ну что ж, бензин у нас заканчивается потихонечку. Что-то нужно делать, как-то принимать какие-то меры по истреблению этих тварей. Так, ну что ж, неплохо, ребятчики, мы заработали 290 тысяч, с вами в итоге у нас 318 364 доллара. Я предлагаю, ребят, купить, давайте купим вот такую молотилку за 300. И потихонечку будем уже избавляться от этих злых и нехороших зомби. Все, ребятки, у меня пила впереди, я теперь распиливаю этих тварей. Сейчас мы, ребятчики, заделаем полностью автобус и будем собирать денежку на новый грузовик красный, который стоит 1,5 миллиона, ребята. Как нам ракетные двигатели, ребятчики, помогли. Так, ну что ж, пила нам тоже довольно-таки помогает, неплохо. Мы с помощью нее преодолеваем все препятствия, которые в прошлый раз не смогли преодолеть. И лампочка только-только вот начала моргаться, но предупреждая нас о том, ребятчики, что у нас заканчивается бензин. Так, ну что ж, неплохо, ребятчики. Так, 404 тысячи, мы 423 у нас теперь. Так, 93 тысячи осталось. Давайте, наверное, купим еще топливо ракетного. Так, отлично, ну что ж, неплохо. Новый двигатель. Теперь с новым двигателем наш автобус стал ехать еще намного быстрее. Вау, ребята, вот так круто. Бабах! Давай, нитро вперед, отлично. Мы даже через стены перепрыгнули и колесами наехали на большого зомби, что очень довольно-таки радует, ребят. Бабах, вот это да, вот это я понимаю. Классно. Ого, вы видели, как распилили зомби. Вот это да, вот это классно. В этот раз мы еще дальше заехали. Так, ну что ж, неплохо. 419 тысяч. Давайте купим новую коробку передач. И возьмем, наверное, нитро. Так, осталось одно нитро еще купить, ребятки. И у меня будет полностью загружено. Все, ребятки, новая коробка передач у нас куплена. Это нам позволит в два раза быстрее переключать передачи, я так думаю, между скоростями. Чтобы наш автобус ехал еще быстрее. И вообще мой автомобиль просто. Вот в этот раз мы заехали довольно недалеко. Отлично, классно, ребятки. 468 заработали. В итоге это, ребяточки, максимально, что мы смогли с вами, ребяточки, вообще заработать. И это просто замечательно. Так, ну что ж, еще совсем немножко, ребятки. Один раз проехаться, и у нас автомобиль полностью задело. Будем собирать денежку на, ребятушки, на вот эту грузовую машину. Правда.
О, видели, я просто-напросто взлетел, ребята. Как на ракете чуть не полетел на этом автобусе. Баба. Отлично, военных всех перебивал. Этих всех больших зомби-великанов расстрелили. И здесь нас приветствуют уже, ребята. Баба, классно. Довольно-таки неплохо. Так, ну что ж, ребятки, 527 тысяч мы с вами заработали. Давайте уже купим по максимуму, чтобы у нас было все. Нам осталось совсем немного, чтобы купить эту машину. Ого, посмотрите, реактивный автомобиль стоит 8 миллионов. Так, ну ничего, до него мы обязательно дойдем еще с вами. А в сегодняшней гонке нам нужно купить грузовик, ребят. И пройти на этот... Отстреливаем зомби, как ребяточки. Пушкой, которая у нас стоит наверху. Кричат зомби, что в переводе означает мозги. Итак, ребята, у нас почти миллион. Нам осталось проехать пару раз, и мы купим машину. Бензин закончился у нас. Доехали немножко дальше, чем всегда, ребяточки. Так, ну что ж, ребят, у нас, посмотрите, уже есть. Уже мы открыли с вами этот автомобиль. Ну что ж, ребяточки, погнали. Посмотрим, на что он способен. Ого, да, грузовой автомобиль неплохой. Только его надо чуть-чуть затюнинговать, ребяточки, для того, чтобы проходить уровень. Уже я не смогу на обычном автомобиле так далеко заехать. Его надо затюнинговать, чтобы он отлично себя чувствовал. Выехать наверх, ребятушки, довольно тяжело без ракетного двигателя. Все равно, ребятушки, тем не менее, грузовик показывает отличные характеристики против автобуса. Автобус бы, если бы не был напичкан, ребятушки, тюнингом, он бы уже давно закрыл. А этот автомобиль едет. Так, 406, неплохо. Так, ну что ж, давайте купим, наверное, новый двигатель. Погнали дальше. Ну, теперь намного быстрее наша машина поехала. Да. Теперь мы справляемся со своей задачей намного быстрее. Нам надо нитро купить, самое главное. У нас было нитро. Будет нитро, тогда все у нас будет. Передавили, отлично. Проезжаем дальше. Довольно-таки неплохо. Все, приехали.
Закончилось, ребятчики, у нас нитро. Так, 400 тысяч мы с вами заработали еще. Так, ну что ж, давайте, наверное, купим бензина. Так, почти еще парочку у нас будет полные, ребятчики, полные баки. Так, осталось купить бампер и ускорение. Я таким образом выходил. Неплохо, ребячки, мы заехали с вами на 507 тысяч. Довольно неплохо. Так, давайте, наверное, накупим, чтобы уже были полные галлоны. Ну, еще один остался. У нас будет полный бак, ребята. Так, остается нам купить, наверное, еще коробку передач, колеса, бампер и нитро. Я думаю, тогда, ребячки, мы уже дойдем уровень до конца с вами. Наш грузовик сможет доехать. Добраться до бирже. Ну что ж, посмотрите, наверх уже более так серьезно выезжает, более уверенно. Без проблем. Что ж, неплохо. Так, ребяточки, давайте перейдем в гараж и, наверное, уже прикупим. Давайте, наверное, купим бензина. Давайте купим новые колеса. Все, я думаю, теперь нам осталось купить коробку передач, потом купить за 600 тысяч бампер и, я думаю, надо будет покупать нитро. И тогда мы пройдем, ребяточки, этот уже уровень. Давайте посмотрим, куда мы в этот раз дойдем. Видите, новые колеса творят чудеса. С новыми колесами намного проще ехать, намного быстрее. Образовался, ребят. Ого, ребята, вы видели, мы на голову зомбик упали. Вот это, конечно же, был прикол. Да отстаньте от меня, от моей машины, отцепитесь, ребятки. Посмотрите, эти отцепились. Да, просто отцепились, я не знаю, как отцепиться. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы заработали 632 тысячи, довольно-таки неплохо. И я предлагаю, ребяточки, купить вот такую вот штучку. Все, это у нас такой передний бампер, который нас будет защищать от этих злых и нехороших звуков. Будет их разрезать на сейчас. Баба. Неплохо, довольно-таки неплохо. Тюнинг дает о себе знать, ребята. Если бы автомобиль не был бы затемнен, такого бы не было. И стены кирпичные развалили, и зомбика большого перетащили, ребята. Довольно неплохо идем, можно вам сказать. Довольно неплохо. Ого, второму зомбику на голову выпрыгнули, ребята, вы это видели? Вот это да. Далеко уже доехали, а лампочка бензина еще не прыгает. Отлично. Значит, доедем еще дальше. Ну что ж, лампочка бензина начала моргать, ребята. Это означает, что уже
У нас тут баки по рукам остались. Ничего с этим не поделаешь. Так, ну что ж, довольно неплохо. 700 тысяч мы с вами, ребяточки, заработали. Я предлагаю купить новую коробку передач. И дальше будем денежку собирать чисто на нитро. И таким образом, я думаю, мы с вами доедем. Новая коробка передач, ребятки, тоже неплохо. Машина уже, видите, передачи быстрее стали переключаться между собой. И машина уже себя чувствует еще более уверенно на этой трассе. Еще дальше, ребятки, заехали, чем в прошлый раз. Буквально на пару метров. На пару метров дальше заехали. Так, ну что ж, я предлагаю купить нитро, ребята. Так, все, в следующий раз мы будем увеличивать этот показатель. Так, у нас здесь два ракетных двигателя. Если вы можете видеть, стоят два ракетных двигателя, которые пока еще не полностью заправлены топливом. Но обязательно вот это да, неплохо, неплохо. Довольно-таки неплохо, скажу. Так, ну что ж, ускоритель закончился уже. Сейчас накупим ускорителя. Я думаю, мы сможем выйти с ускорителем на бок. Так, ну что ж, неплохо, ребят. Довольно-таки неплохо. Так, ну что ж, переходим в гараж и покупаем себе нагнетатор. Так, ребяточки, купили мы их на 2742. Это просто отлично. И теперь, я думаю, мы обязательно должны приехать к финишу. Так, ну что ж, ребятки, заработали мы миллион почти без 75 тысяч. Так, ну что ж, неплохо, ребятки. Давайте накупим на всю нитро и погнали дальше. Вот это у нас уже автомобиль, ребятки, заделан, так сказать, по делу, реально. Реально по делу. Газуй, 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 газуй. Давай, 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 давай. Нам
нужно обязательно пройти этот уровень, ребята, ждут. Нам нужно пройти эту игру. Лампочка сейчас начнет уже моргать, тим уже заканчивается. И вот она моргает, ребята. Бензин у нас закончился, но тем не менее, мы доехали или нет? Да, ребяточки, отличненько, мы доехали до дедушкиного старого здания и все-таки прошли этот уровень. И это, ребяточки, просто замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, этот уровень подходит, ребяточки, к концу. Поставьте пальчик вверх этому видео, а также подпишитесь на канал Funny Games. С вами был, как всегда, Юр, ребятки. Мы сегодня играли в зомби-машины. Пока-пока.